Польша поворачивает в сторону либеральных левых сил. Три оппозиционные объединения набирают достаточно голосов, чтобы сместить правящую националистическую консервативную партию. Блок «Третий путь», один из победителей, видит себя посредником для новой главы в польской политике. Это день великой изменения, которая происходит в Польше. Третья дорога тела, и много на то вказывает, что будет котвицей демократии. Несмотря на то, что правящая партия «Право и справедливость» заняла первое место на выборах и должна иметь приоритет для формирования правительства, оппозиционные партии уже обращаются к президенту с просьбой опустить эту формальность. Апелуем до Андрея Дуды о то, чтобы дал возможность творения рządu оппозиции. Но обавляемся, что легко не будет, потому что президент, если будет по стороне ПИСУ, будет очень это утруднял. Три оппозиционные партии, гражданская коалиция Дональда Туска, Третий путь и Новые левые, шли на выборы с разными программами, но с одинаковым обещанием победить правящую партию. Так, будем творить коалиционный рząd. Это вспаниалая ведомость, потому что это значит, что можем начать направлять то все, что было уничтожено через последние 8 лет. Эдукация, охрана здоровья, квестии мешкальництва и квестии прав человека. Лидер, занявший второе место гражданской коалиции, бывший премьер и глава Евросовета Дональд Туск, заявил, что начало новой эры для его страны положено, и он намерен восстановить ставшие напряженными отношения с ЕС. В ближайшем времени новый, добрый, демократичный рząd с нашими партнерами. Польша выиграла. Сторонников консервативных партий не было видно на улицах Варшавы. Они показали худший результат, чем ожидалось. Зато либеральные активисты не скрывали своего удовлетворения. 8 лет уничтожения нашего края, уничтожения правозонности, выпроводения нас из Унии Европейской. Мы начинаем себе лучший час. Мы конкретно ожидания до оппозиции. Where exit polls indicate that the opposition will be able to form the future government of Poland, Polish nationals will need to wait until Tuesday for all their votes to be counted. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw.